Grid Legends — пятая запись в серии гоночных игр от Cadamestas, которая сейчас находится под управлением Electronic Arts, несет на своих плечах всю тяжесть франшизы. С тех пор, как в 2008 году появилась оригинальная сетка гонщиков, можно утверждать, что она изо всех сил пыталась найти четкую идентичность. Были некоторые важные моменты, например, Grid Autosport, но перезагрузка 2019 года, просто озаглавленная Grid, была в некотором роде ошибкой. Он перепрофилировал большие объемы предыдущего контента, не имел онлайн-лобби при запуске и, что особенно важно, страдал от своенравной модели управления. Вот почему Grid Legends необходимо успешно преодолеть грань между доступностью и аутентичностью. У меня остались приятные воспоминания о более ранних названиях Grid, и мне бы не хотелось, чтобы родословная пропала даром. Игра начинается с гладкого ролика, в котором два гонщика соревнуются на новом месте проведения гонок Strada Alpina. Они сталкиваются с гонщиком Seneca Racing Yume Tanakai, выбывшим из гонки, и Рёвин Уэст, Натан Маккейн, по-видимому, виноват. Затем тебя втягивают в гонку на полпути, и таким образом начинается наше путешествие по легендам сетки. Это сюжетный режим Driven to Glory, и это новый взгляд на формулу сетки. Ты берешь на себя роль водителя 22 для предстоящей команды, а Ник во главе с Маркусом Адо. Нам пора доставлять, объясняет загадочный главный начальник. Это свидетельствует как о вымышленной команде, так и о самой Grid Legends. Ты играешь через почти бесшовное сочетание сюжета и движущих событий, которое делает все возможное, чтобы увлечь тебя. Цель состоит в том, чтобы выйти на перчатку, соревнование в стиле нокаута для лучших гоночных команд мира. В то время как я наслаждался персонажами и мужественностью Натана Маккейна, помимо вступительного залпа, каждый практический момент — это либо прямая гонка, либо испытание на время. Нет предопределенных сценариев, которые для пуриста звучат привлекательно. Но для этого есть отдельный режим карьеры. Стремление к славе должно быть сахариново-сладким взрывом вкуса. Напыщенным должен быть его способ действия, хорошо сыгранный, второй поворот сюжета. Но он не захватил меня так же, как ни странно, стабильный помощник Оуда Мэстер F12021 — это переломный момент. У этого не только было больше настроек на трассе, но и было потрачено больше времени на создание Эйдена Джексона и Каспера Акера и персонажей с помощью телефонных звонков и электронных писем. И все это примечательно их отсутствием здесь в качестве аперитива, хотя Driven to Glory успешно стимулирует ваш аппетит. Карьера отошла на второй план во время шумихи перед выпуском Grid Legends. Но это заменитель мяса или без мяса между хлебом. Знакомая история о том, как начинать снизу вверх. Чашки Rio Cleo и пятерки Janita GT станут вашим основным рационом в часы работы, прежде чем вы перейдете к более быстрой технике и строгим прибытиям. Прогресс не так прост, как может убедить тебя минималистское меню. Чтобы прогрессировать, ты не только добиваешься высоких результатов в гонках, но и должен управлять модернизацией автомобилей и спонсорскими целями. Зарабатывай кредиты, трать эти кредиты на апгрейды, а затем повышай уровень своего автомобиля, следовательно, открывая новые уровни событий. За исключением того, что иногда обновление автомобиля не разблокируется до тех пор, пока ты не проедешь на нем определенное количество миль, и нет никакой гарантии, что ты поставишь галочку в этом поле, просто участвуя в гонках в карьере. Конечно, ты можешь перейти к новому классу автомобилей, и всегда есть способ прогрессировать в той или иной форме. Но для завершителей именно здесь вступает в игру многопользовательская онлайн-игра. Независимо от того, в какой гонке ты участвуешь, ты все равно набираешь мили, зарабатываешь опыт и наличные деньги, в свою очередь, учитывая твою статистику одиночного игрока. Кроме того, если ты выберешь эту опцию, любой из твоих друзей сможет участвовать в твоих карьерных гонках, чтобы помочь тебе через список друзей к расплатформенной учетной записи EA. Видеть, как друг присоединяется к гонке и заводит партийный чат, чтобы поговорить, все еще выполняя свои карьерные цели, это безумно весело, но немного бессмысленно. К сожалению, это умная технология, которая работает со сливом во время предварительного выпуска. Количество игроков, но только ведущий игрок действительно продвигается по своей карьере. Для других водителей, присоединяющихся онлайн, они измеряются милями и опытом, но не карьерными целями. Это работает, но я не совсем понимаю, почему. Однако, есть и создатель гонки, где вы можете настроить комбинацию параметров в более традиционном событии в стиле лобби. Еще одна сильная сторона Grid Legends — разнообразие. И именно эта особенность иллюстрирует широту. Не обязательно количество транспортных средств или трасс, но комбинации и выбор вариантов. Классические туристические автомобили, такие как Renault Laguna или поздний 19 GT. Такие машины, как Panos S-Band, сочетаются с электрическими открытыми колесами или гиперкарами. Добавь расположение треков в обратном направлении, дождь и даже снег, плюс режимы мультикласса и иллюминатора, и ты никогда не потеряешься в поисках вдохновения для коктейлей. Некоторые из новых уличных трасс тоже ослепительны, немного напоминают уличных гонщиков метрополиса 2000-х, но с большим блеском. Москва в снегу или Лондон ночью под дождем — это сенсорные перегрузки. Это волшебно. Легенды Хагрида могут добиться такой визуальной утонченности, используя устаревший игровой движок, но в других случаях он изо всех сил пытается скрыть свое происхождение, а Катама ГП и Маунт Панорама выглядят явно второй рукой по сравнению. Есть также улучшения для механиков и товарищей по команде, купленные за наличные, но они скрыты в подменю главного-главного экрана, несмотря на то, что в нем есть одна из самых интересных функций предыдущих. Возможность управлять скоростью вашего товарища по команде на лету в середине гонки. Другие странности пользовательского интерфейса включали запутанный выбор ливреи и неправильные позиции в турнирной таблице соревнований по нескольким гонкам, которые, я уверен, могут быть изменены после выпуска. Странно то, что я не чувствовал, что мне нужно модернизировать машины. Я не сомневаюсь в повышении производительности на бумаге, и это, несомненно, будет относиться к уровню сложности и вариантам помощи. Но полностью модернизированная Alfa Romeo 155 ничуть не облегчила победу в гонке. Как только это стало ясно, я потерял мотивацию немного продвигаться вперед с многообещающей, но в конечном счете легкой историей. Обширная карьера, которая спотыкается из-за прогрессирования обновлений и онлайн.
онлайн-опций, которые умны, но пока немного излишни. Grid Legends дает одной рукой и забирает другой. И временами это похожая история с опытом вождения. Это превосходный гонщик, в котором каждое транспортное средство кажется уникальным, доступным и столикой подлинности. Есть чувство цели, которого не хватало в выпуске 2019, и вы можете использовать периферийное устройство рулевого колеса в сочетании с подробной внутренней камерой для каждого автомобиля. Как только вы найдете свой идеальный уровень сложности соперника. И я не могу этого достаточно подчеркнуть. Что касается меня, Hard не очень соответствовал своему названию. События могут быть чреваты событиями с переполненными сетками и живыми выступлениями искусственного интеллекта. Стая уплотняется в начале и вытягивается локтями повсюду. Твои соперники тоже будут страдать от вращений и проколов шин, хотя немного странно, что они страдают от механических сбоев, когда ты не можешь. Это довольно аккуратно подводит итог легендам обновления. Здесь есть много блестящих идей, но они не кажутся такими сплоченными, как могли бы быть. Возможно, это недостаток захватывающей прогрессии или некоторые из старых треков, выделяющихся на фоне новых, как больной палец. В любом случае, у команды этого CodeMesta есть все, чтобы создать что-то действительно блестящее, если у них будет достаточно времени и ресурсов. Мне бы очень понравилась совершенно новая сеточная игра, и я надеюсь, что EA даст им зеленый свет для этого. На данный момент Grid Legends — это веселая игра, которая может доставить вам острые ощущения от сидения и приятные впечатления от вождения. Просто привлекательность может быть мимолетной. Наш список желаний по вердикту Traction GG. На этом наш обзор Grid Legends заканчивается. Что вы, ребята, думаете об этом до сих пор? Дай нам знать в комментариях ниже. Подпишись на канал Traction, чтобы получить больше обзоров гоночных игр, подобных этому, и нажми на колокольчик уведомления, чтобы увидеть наши видео по мере их выпуска. До следующего раза, спасибо, что посмотрел. Держи это приколотым и хорошего дня.